Ну что ж, всем привет, с вами я, Забоевитр, мы сейчас играем в Brewpub Simulator, продолжаем типа прохождения, но это вряд ли, я не знаю, насколько она быстро надоест, но вот что я перевел. Во-первых, она пишет, что хорошо, я нашла команду по ремонту, которая могла бы позаботиться о расширении вашего пространства. Проблема в том, что команда и пальцем не пошевелит, пока не получит 9 литров пива. Что-то кажется, у них есть причина бросить свою текущую работу. Во время ремонта мэрии они съели все наши пончики, должно быть, они сладкоежки. Возможно, это ключ к тому, как поразить их вкусовые рецепторы. Очень сильно это... Очень сильно это помогло. Прям пиздец. То есть оно должно быть сладкое. Хрен знает. Так, 11 литров лактозы. Сладкое, блядь. Ну, добавьте вы в рецепт сладкого пива какого-то или еще что-нибудь. Ну, это Эль стопудово должен быть, потому что, ну, типа, лагерь, он более такой жесткий. Так что. Блин, потом можно еще добавить будет. Еще можно будет работника нанять. Можешь шоколадный приготовить. 5 килограмм сразу, слушай. Ни хрена. 5 кило. Ну давай, да. Это хопс. Цитрусовый или какой? Может быть пайн? А может тропикал? Шоколадный. Шоколадно-тропический какой-то. Ну давай вот такой вот. Один есть. Ну здесь обычный, да? Обычный этот. Сахарочек у нас есть. И можно какой-то вкус добавить. Хотя там шоколадный. Ванильки добавить или что? Кофе. Может берри. Мята. Ну, мята не очень. Давай стробери. Еп. Поехали. Сейчас что-то такое наварим. Прям пиздец. Говно какое-то выйдет опять. В смысле чили? Пейпер. Я чили не заказывал. Нахрена мне ваш чили? А, оно отображается как чили? Точно? Точно оно не будет как чили? Так, American Chocolate. Йоп. Сколько мы взяли? Сто грамм, да? А, 500. Там 500 должно быть. Вот 600. Ну, добавим где-то 1,3, да? Ой, это много. Где-то вот так вот. Потом мы должны добавить хопс, да? Так, у нас рецепт есть. 10 грамм Cascade Hops. Мы вместо этого брали... Амарилла вроде, да? Сколько? 10? 10, да. Окей, добавили. Поехало. Варится это все. American Chocolate. Цитрус, блин. Вообще какая-то говнина выйдет, блин. Ну, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что что-то нормальное выйдет. Ну, удивительно, мне кажется, точно выйдет. Если выйдет что-то охренеть какое хорошее, но я сам буду в ахере. Chocolate X, прям X. Как тебя на
него поставить. Ву. Вот так вот, нормально. Пускай стоит, мне говорится, оно испортится, если... Давай поставим, кстати, в эту зону. Проверим, что это за зона вообще. Это типа холодильник или что это? Или... Ого, блядь, 72 минуты, вы чё? Слишком много, блин. 29,4. Алкоголя нету, кстати. В чем прикол? Это странно, походу. Ну ладно. Где у нас Cascade Magnum? Strawberry Yeast Elbir. Остыло, да? Да, вроде да. Так, пятеречек. Кидаем. Потом что? Strawberry. 10, да? Два и один алкоголь. Нормально? Ну, L. Получается легенький. Легенький L. Что мы там еще? Citra Hops. Блин, мы же Citra Hops не добавили. Амарилла мы добавили. Твою мать. Ну ладно, пускай будет так. Какой он темный прям. Жестко. Так, ставим, пускай. Пускай наставится, пошли пропускать день. Эх, потому что уже хочется наконец-то пиво, блять, сварить это сраное. Нормальное. А не какую-то говнину на один балл. Вот сейчас посмотрим. Да ёб... Вы вообще адекватные люди. Почему такая говнина получается? $2.36. Нормальная цена, да? Писец, блин. Писец, блин. Ну как его сварить, нормальное пиво? Либо это какой-то... Как-то оно зависло, либо я не пойму, что это за хуйня. Почему говно какое-то получается? Его нужно как-то осветлить или что? Так, 1.2, давай добавим обычный, да? Что там? Light Malt Extract? Где этот Light Malt Extract? Так, это... Ну да, это, по-моему, норм. Давай 200 добавим. Так, вот это потом цитра, да? Cascade Hop, цитра хоп. Ага, сколько? Десяточка, да? Хорошо. 113 SRM Color. Мне кажется, их нужно объединять каким-то образом, чтобы оно не сильно темное было. Блин, а если ли реально, типа шоколадного добавить там 300, а этого кило, и вот выйдет как раз светленький такой.
Ну что, сейчас проверим. Это пивоварение, конечно, безумное. Безумное, блядь. Это им не так, то им не так. Или по цвету они выбирают. Ну, темные, ну, блядь, шоколадное пиво, что вы хотите? Какое оно еще должно быть? Не голубое же. Правильно. Так, окей. Окей, цитра. Упс, ест. Ага, добавляем. Сколько мы добавляем? Пятеречек. Вот так вот. Добавили. А теперь еще добавим strawberry. Strawberry. Где-то 10. Или давай 20. Вот так вот, ага. Не нужно еще немножко тут проварить. Кто его знает. Блять, пропало. Испаряется. Испаряется при температуре 40 градусов. Ладно. Понял. Бля, опять какую-то хуйню сварил. А, блять, опять пропало, да? Куда-то перелить. Твою мать, контейнеры. Контейнеры придется купить. Штучки две где-то. Бляха-муха. Мне кажется, реально придется добавлять вообще там в меньшем количестве. Пива у нас много, но оно все говно. Где еще одно делось? Оно что, просто пропало? Что за бред? У нас одно пиво куда-то испарилось. Ладно, пускай так лежит. Поехала. Блин, кажется, опять какая-то хуйня вышла. I love the smell of beer in the morning. Да ебать! Ладно. Ладно. Я думаю, берем вот эту. Хотя им же нужен ровно 9 литров. Ну что за дела, блядь? Ой, бляха-муха. Какая же жопа. С этим пивом нужно именно... Давай сделаем, да? Там же по цвету оно выбирается. Давай где-то 9. Пускай... Хотя нет, давай. Немножко больше. Вот так вот. Делаем вот так, добавляем шоколада, сколько я выбрал, 100, давай 300 где-то, раз, два, три, потом добавляем, цитра, да, блять, я рецепт убрал, чё нельзя было рецепт, блин, дать. А, мальт экстракт нужен. Лайт. 500 здесь. Там сколько у меня? 300. Это нам где-то... Еще нужно. 500, блин. Там сколько? 155. Здесь 300. Так, 800-200 нужно.
50 нужно, твою мать. И все пусто, да? А, у нас в инвентаре есть немножко. Давай вот так вот добавим. Так, два мальт-экстракта есть. 52 SRM Color. Color. Cascade Hop нужно добавить. Давай Cascade. Или не. Citra Hop давай добавим. Десяточка, да, там? Есть. Давай, дорогой, дорогой пивасичек, блядь. Почему цвет не меняется в зависимости? Или там вообще реально мало можно добавлять. Но это ж American Chocolate Malt. Это ж типа вот, может, реально его меньше нужно добавлять. Хотя он в таком количестве, что может быть там и больше нужно. Хотя я и не думаю, что там больше. Там, блин, цвет у него пиздец. Такой же, ну его нахер. Куда там еще больше добавлять? Так, теперь мы добавляем вот это. А, блять, оно не остыло. Ну ничего страшного, нормально. Три и пошли пропускать во время мца. Блин, ну может сейчас будет нормально. Да ж реально зашквар, слушай. Какое-то сладкое пиво должно быть. Блять, опять на один. Короче, либо нужно... Так это ж милк, сахара обычного нету, типа, чтобы добавить. Очень странно. Flour milk. Все, ферментации больше не будет. О май гад. Как же его сварить-то нормально? Почему? Ну вот, дали бы какие-то рецепты, чтобы от них отклоняться, нахуй. Нет, они дали один рецепт, и ты смотри, блядь. Вари пиво, ну, какой хуй пойми. Странная тема. Очень странная. Саплинс, о, мальт.
Так есть же темный мальт-экстракт. Есть светлый мальт-экстракт. White wheat. Сахар, молоко, блин. Ну есть же, есть же. Ну, давай обычное варить, что ли. Ух ты ж, ёб твою мать, вернись на место. Put back. Ага. Шикарно. Что-то где-то упало там. Ладно. Хорошо. А когда его добавлять нужно? Давай посмотрим. Я ему 50 где-то добавлю. Вот этого 100 грамм, думаю, будет достаточно. И еще это добавим. Сколько у нас там? 600? Это 700 примерно, да? Нормальненько. Мой СРМ такой большой, хер пойми. Не знаю, что будет с сахаром. Проверим. Давай обычный добавим. Отойди. Скейт хоп. Нужно 10, да? Ой, сколько всего добавил прям. Давай смотреть. Раз этого получится. Может, что нормально и получится. Так, окей. Бляха, нам нужно куда-то то перелить. А где еще один этот пропал? Контейнер, блядь. Это все контейнеры, серьезно? Что-то я пиво здесь наварил, а ну какое-то все оказалось говно, слушай. Опять две беру. Не дай бог еще одна пропадет. То ли я реально там их просто перелился. Очень странная тема. Насчет сладкого пива, блядь. Так, остыло, да? Можем добавлять и... Так, здесь пусто, ага. Сколько нужно его? 5 миллилитров. Пятерик. Либо десяточку. Мне кажется, десяточка нужна туда. Потому что, типа, у нас больше. Ну, по цвету прикольно вышло. По цвету прикольно. Но не по оценке, стопудово. Стопудово не по оценке. Все по оценке будет плохо. Жопой чувствую. This is how we do it. Просто какая-то хуйня выйдет. Ну, пожалуйста, хотя бы на троечку, блять. 100
Как вы издеваетесь? А, здесь create yeast interaction, ведь сахар нужно во время процесса ферментации добавлять, чтобы было больше алкоголя. Ё-моё, блядь. Как же вы задрали. Бля, куда? Оно ж туда не поместится, все. Ебать, пивоварение охуенное, пиздец. Так, это выкидываем. У нас лимон есть. Так, мультэкстракт, там уже все использовано, бляха-муха. Да бляха ты, муха, ну шо ж такое-то? Бирмальт есть, лайт-мальт экстракт. Ну давай его купим. Там соточку добавили. Цитрус, сахар во время ферментации добавляется. Поскольку? Непонятно. Непонятно, сколько его нужно добавлять во время ферментации. Наверное, там... В зависимости, сколько тебе нужно, чтобы брожение было. Или... Типа... Так, есть. Что мы там еще добавляем? Цитра, каскейт. Давай так вот. Сколько там? 10 нужно. 10 вроде. Хорошо. Поехали. Блин, это ж походу показывается. Оказывается, походу, все же нужно с 10 до 20 походу. 11 литров. То есть light malt extract должно быть 2,50, cascade hop 20 грамм. Мне что-то так подсказывает. Как раз где-то так и нужно. Может, все-таки не нужно шоколад использовать? Нужно обычное пиво сварить и добавить туда там strawberry, там еще что-то такое. Клубничка, все дела. Блин, нужно еще один такой брать. Чтоб сразу параллельно. Нихуя здесь пиво наварил, ё-моё. Какое же говно. А зачем вот этот metal bowl, типа на 3 литра? Думаю, успею забрать. Сейчас мы параллельно поставим еще одну. Сколько там? 11 литров, да, вроде было. Так, есть.
покупаем опять. Опять покупаем Light Malt Extract. Нам нужно две штуки. Есть. И есть готовы. Туда еще нужно добавить. Тоже. Блин, не знаю, реально туда, ну, типа, ну, я думал шоколад. Но мне что-то сейчас подсказывает, что не нужно туда шоколад добавлять. Нужно просто, наверное, просто нужно добавить все как обычно. Блять, опять рецепт убрал. 2,50 нужно добавить. Где у нас там еще одна? Добавляем. 2,500, да? Ну да, 2,50. И есть. Потом мы добавляем 20 грамм Cascade Hop. 20 грамм. А у нас походу нету. А у нас походу... А, нет. У нас Magnum есть. Давай вот это добавим. Двадцаточка, да? Двадцаточка есть. Блять, если и это выйдет, слушай, на этот. Если это пиво у нас выйдет на одну звездочку, я буду в ахуе, если честно. Так, сюда нужно добавить. Так, дисконнект. Ах ты ж мать моя женщина, блять. Берем еще одну. $3 она стоит. Не, я думал, она дороже стоит. Ну, не так уж и дорого. Не так уж и дорого. Попытки создать идеальное пиво, это, конечно. Мы уже потратились прям писец, как. Больно, больно карману нашему. Гребаное пиво. Не оставляет нас в покое. Ну, задание тяжелое, я так думаю. Ох ты ж ебать. Как вовремя я подошел. Уф-уф. Хорошо, пускай остывает. Вот это мы выливаем. Есть. Добавляем туда strawberry. Strawberry. Десяточку. Сколько там осталось, кстати? 50. Нормально. Нормально. И добавляем сахар. Десят пускай будет. Хотя давай еще. Пускай соточка будет. Так, можно добавлять... Сколько здесь там пусто, да? Пусто, пусто, пусто. Ёб твою мать. Ёб твою мать, там пусто. Писец с этим рецептом. Сладкого пива какого-то или шо, или... С, может, со вкусом каким-то оно должно быть. Я думаю, обычно сейчас нам подойдет как раз. Угу. Ну да. Сколько его нужно добавить? 10 миллилитров. Есть.
Так, окей. Ну, по цвету второй я хорош, прям хорошо. Make it or break it. Я думаю, неплохо будет. Троечка есть. Все шикарно. Все шикарно у нас. Закрываем, давай. Проверим. Опа. Вознаграждение какое? Квест комплит. Выполнили квест. А какое вознаграждение? Окей, hey you, come here. If you perfectly match the ingredients and aromas, your beer can be so epic that it goes beyond the star scale and receives a fancy rating. There are three levels of fancy: bronze, silver, and gold. Mix and match to catch them all. Make a five-star American pale ale, and just before fermentation, try adding coffee beans and ginger. It's a proven and reliable combination. That's just the tip of the iceberg. Experiment with mixing and matching different additives to find the perfect combinations. With mastery of fanciness, you can become the best brewer on earth and maybe even beyond. That's all I've got for you for now. Master among brewers. That would be my greatest achievement. Так, окей, крит кек. Создать кегу. Пиво. А, и добавить delivery locker. Все. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А здесь уже у нас улучшения идут. Красиво, хорошо. Это что у нас открывается? Еще одна комната. По варенью или что? Бар апгрейд. $200 бар апгрейдить. Слушай, он побольше станет. И можно добавить, кстати, этот, с киями. Шары катать будем. Так, окей, unknown, неизвестно, что это такое unknown, stop in strange places, beer, что-то там и так далее. Minimum fancies, the more matching ingredients added there. Добавить больше всего ингредиентов? Кстати, на десятку. Ладно, 5 литров, fancy beer for me, окей. Блин, откройте новый рецепт, ну ё-моё.
Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Забоевитр. Всем пока-пока.